Իդեպ, խոսեցիք Թուրքիայի մասին, Թուրքիայի արտգործ նախարարն է խոսել նորից Զանգեզուրյան միջանցքի մասին. Հիմա այդ միջանցքը Թուրքիային է պետք, թե Ադրբեջանին? Вы заговорили о Турции. Кстати, министр иностранных дел Турции вновь заговорил о Зангезурском коридоре. Так Зангезурский коридор нужен Турции или Азербайджану? Вы знаете, вообще он, конечно, мне кажется, нужен и Азербайджану, и Турции. Но вот нужен ли он Армении, это большой вопрос по одной простой причине, что коридор, само понятие коридор, оно фактически предусматривает экстерриториальность. Получается, что определенный участок территории вдоль границы с Ираном, вот откуда и, соответственно, интересы Ирана, к тому, чтобы все-таки как-то попытаться высказать свою точку зрения, если где-то показать эту точку зрения с помощью учений и так далее, привлечь к себе внимание, во всяком случае, Тегеран пытается привлечь к себе внимание. Так вот, Зангезурский коридор, на мой взгляд, это не совсем правильное понятие. Я понимаю прокладка железнодорожной ветки, путей, которые бы помогали, соответственно, в переезде граждан, доставке грузов, причем коридор создает не коридор, а ну, в данном случае условный коридор, это уже торговый коридор, я бы его вот так назвал. Его можно было бы продлить и до территории границ, до границ России, и в целом использовать как достаточно серьезную такую разветвленную железнодорожную сеть в перспективе для торговых отношений, которые могли бы способствовать укреплению мира в данном регионе. Но вот коридор, который, о котором уже без кавычек, коридор без кавычек, когда просто экстерриториальность, это вот моя земля, вот здесь моя железная дорога, конечно, это фактически ну, потеря части территории с одной стороны, а с другой стороны Армения отрезается от территории от Ирана, с которым есть достаточно такие, ну скажем, старые устоявшиеся торговые отношения, и это нежелательный момент. Поэтому Россия, на мой взгляд, относится коридору в прямом смысле слова негативно. На мой взгляд, прокладка железнодорожных автомобильных путей, коммуникации, логистических путей – это интересно, это перспективно, этим надо заниматься для того, чтобы работали не только военные, а в первую очередь работали бизнесмены. И тогда есть перспектива к урегулированию. Если мы проложим вот в прямом смысле коридор, это будет война. Артюк Чичапазанцу, Мидани Горцона и азербайджанский конфликт. Не преувеличен ли иранский фактор в армяно-азербайджанском конфликте? Ну, вы знаете, я думаю, что Иран тоже не заинтересован, конечно, стал идти на конфликт с Турцией, учитывая, что у него достаточно серьезные проблемы в отношениях с Соединенными Штатами Америки. И поэтому, конечно, рассчитывать на то, что какие-то будут силовые акции с его стороны, я бы не стал. Не нужно это на сегодняшний день Ирану. Ирану нужна первая стабилизация отношений с Европой, то есть вернуться вот к сделке как раз, соответственно, которая фактически снимает санкции с Ирана. Для него это приоритетная задача. А оказание давления на Азербайджан, да, для того, чтобы все-таки не было каких-то крайних таких форм, ну, как я уже говорил, вот, например, коридор, который связан с экстерриториальностью. Естественно, и ни одна страна мира здравомыслящая такой подход не поддержит. Именно вот экстерриториальность. Мы помним в Германии Данцигский коридор, помните, Польша, Германия, Вторая мировая. Это же вот как раз привело к одной из причин начала Второй мировой войны. Ну, а зачем нам сейчас закладывать мину, которая потом приведет опять к тому, что будет мощная война. Война серьезная, кровопролитная, с большими потерями. На это идти нельзя. Иран тоже это понимает, и он таким образом с помощью военных учений, определенного какого-то, ну, может быть, даже и военного давления показывает, что это не тот путь, который следовало бы выбрать. Нужно идти по пути нормальному, интересному, то есть просто создать торговый консорциум, инвестиционный консорциум, проложить железные дороги, автомобильные дороги. Ну, естественно, по территории Армении, это понятно, что это армянская земля, и это должно, соответственно, Армения должна в главе этого консорциума стоять. Հնդկաստանը հայաստանին կմատակարարի հրթիռային համակարգեր։
Ինչ է փոխում հնդկական զենքը զինտեխնիկան ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգային համակարգում։ Ինդիա поставит Армении ракетные комплексы. Что изменит индийское оружие в системе безопасности Армении? Ну, вы знаете, вот то ракетное оружие, которое поставят, это реактивные системы залпового огня. Я бы не сказал бы, что с дальностью стрельбы 40 километров и 120. Но это близко к нашим советским градам и ураганам. То есть те системы, которые уже сейчас у нас есть, и которые себя великолепно, кстати, показывают на Украине и с точки зрения износа, и умения пользоваться, несложно обучать личный состав. Единственное, сейчас вот на смену градам и ураганам у нас идет вот система Торнадо-С. Да? Это как раз с возможностью каждую ракету, как в Хаймарсах американских, наводить на конкретную цель, высокоточное оружие. У Индии нет таких систем. Индия также производит то, что производит Советский Союз, и то, что по большому счету отчасти есть у Армении уже сейчас. Поэтому я не знаю, мне сложно судить, конечно, о целесообразности принятого решения, но, на мой взгляд, сейчас ставка делается на высокоточное оружие. Это беспилотные летательные аппараты, это у американцев это «Хаймарсы», у России это, как я уже говорил, «Торнадо-С», «Торнадо-Г». Это системы нового поколения, они опробованы в боевых действиях, показывают себя великолепно, не хуже, чем американские. Поэтому я бы, конечно, рекламировал бы и рекомендовал бы, точнее, наше российское оружие, уже российское, не советское. Это современные, они с системами электроники, то есть возможность ввода информации без участия боевых расчетов дистанционно. То есть там, конечно, очень прогрессивные такие технологии. В Индии, я не спорю, что Индия сейчас пытается соответствовать по ряду параметров. Ну вот взять зенитно-ракетные комплексы «Акаш». Станция наведения ракетная очень хорошая, современная, все. Ну вот ракета еще старая, советская, модернизированная, которая, ну, в общем, улучшена, да, она соответствует требованиям сегодняшнего дня. Но если ты тратишь деньги и покупаешь технику, надо покупать технику, которая будет отвечать требованиям завтрашнего дня. Потому что ты ее купил, вложил большие деньги, и эти деньги должны идти с пользой. Значит, техника должна иметь возможности быть современной и завтра. Исключительно хангарум Хаястанин, хэнц иранит зэнк дзэргберэл, ирана мэр кохкинэ и верчу. А что мешает Армении приобретать оружие у Ирана, который находится рядом с Арменией? Вы знаете, я считаю, что ряд систем есть смысл приобрести в Иране. Вот это сейчас демонстрируется. Во-первых, беспилотные летательные аппараты Иран. А ведь школа там создана на основе американских беспилотников. В свое время Ирану удалось с помощью еще российской разработки посадить один из американских беспилотников. И таким образом изучить его тщательнейшим образом и создать его копию. А потом еще такие же были соответствующие действия. И таким образом Иран на сегодняшний день производит очень хорошие беспилотники. Сейчас вот идет вопрос, связанный с баллистическими ракетами. Это тоже, я считаю, ракеты не, скажем так, ну это, конечно, не «Искандер-М». «Искандеры» более, мы знаем, эффективные, более точные, но по возможностям это намного лучше, чем точка «У», и поэтому тоже можно вести запросто переговоры с Ираном о закупке подобного рода оружия. Михосков, гибридային патеразми пулум ենք գտնվում, եթե այո, որ пулум ենք գտնվում ըստ ձեզ? Одним словом, находимся на этапе гибридной войны. На каком этапе гибридной войны мы находимся? Вы знаете, я считаю, вот Армения с Азербайджаном, да, пока еще, слава богу, гибридная война, когда можно все-таки за счет миссии ОДКБ, если еще и Евросоюз подключится, как-то снять напряжение, а если бы еще найти инвестиции, ну, возможно, тут Китай даже был бы заинтересован для строительства дорог, да, то вообще можно было бы этот шаг сделать назад и даже отказаться от гибридной войны. Но вообще в целом ситуация в этом мире, она
уже не гибридная война, это уже война НАТО против России в прямом смысле слова. И мы так ее большинство военных экспертов оценивают. И это очень тревожная и очень опасная ситуация. Поэтому нужно здесь вот всем быть осторожным и не провоцировать еще новых конфликтов, которые могут привести к Третьей мировой войне. На этом все. Спасибо вам.